Фух, ребята, вот и в принципе финал карты Колах Паркура. Да, это, ребята, часть третья. Всем, короче, привет. Да, это, ребята, я, Лев, и в принципе мы продолжаем. Это у нас последние уровни уже, да. Осталось три уровня, считая этот. То есть, если не считать этот, то получается два. Да, как-то так. И, в принципе, у меня лагает. И это, на самом деле, нехорошо, потому что... Потому что да. Опа, хорошо. Так, ну хорошо, давайте здесь мы поставим спавпоинт. Я тут уже всякие команды понаводил. Да. Пицца записываю это видео 29 мая. Скорее всего, оно выйдет в 1 мая, может быть, во 2. Ну, где-то, наверное, через недельку выйдет после прошлого видео про эти самые, про вопросы всякие, вот эти не вопросы, а разговорный ролик, короче, был у меня. Недавно. Ведь проходил эту карту я еще 2 недели назад. Ну как 2, почти 3 уже. Кстати, когда выйдет ролик, уже 3 недели будет. Ну ладно, 3 вот, ну 3 недели, да. И в принципе, получается в общей сумме вообще 4 месяца я ее проходил, потому что. Ну потому что да, чуть меньше, конечно, но. А может быть и не чуть меньше, не знаю. А нет, чуть меньше, ладно. То есть. Я же первую часть записывал 3 месяца назад, 3,5. Как-то так, да. В принципе, решил записать пока что... Дописать уже решил просто на всю эту карту, потому что уже на самом деле надоело как-то с ней возиться долго. Решил уже дописать видео по ней, и все. Как-то так. Вот мне очень не нравится то, что у меня... Тут такая вот проблема есть, то что я не могу паркурить, блин. Да, кстати, давайте мы вернем. А хотя ладно, это не важно. Важно, наоборот, помогает, думаю. Обведенные блоки, когда ты в сурвайве находишься. Вот я вчера зашел на Hypixel. Спустя долгое время. Ну, я, конечно, на него заходил. Там недельку назад где-то, но так просто зашел. Есть обновления нету. И все, и вышел. А вот вчера немножко вскрывался, поиграл. Скин полностью почти потерял уже. Поэтому... поэтому меня сейчас любой победит. Ну, в принципе, раньше то же самое было, ну ладно. Так, вот это я не знаю, как я проходить буду. Еще я же плюшку делал на этом уровне. Я такой подумал, бляха, как я это пойду? Это же вообще капец какой-то. Ну, ладно. Аня! А! Вот эта штука оказалась изи. А, мы почти прошли. Короче, сейчас останется 2 уровня. Спавпоинт. О, красавчик. Просто. Блин, ну это, ну, бывает, ребята, бывает, как бы это не страшно. Так, я умер. Сейчас. Ну да, то, наверное, лучше креатив использовать, чтобы подлетать. Я не хочу тратить много времени, если что. Думаю, вы это и так знаете. Да, поэтому простите, Яна. Это у нас темно-серый цвет, я так понимаю, да? Грей. Хорошо. Так. Уроки английского. Короче, ладно, все, забейте. В принципе, это у нас предпоследний уровень уже. И не знаю, насколько видео получится. Может быть, оно вообще маленьким будет. Тем и лучше, да, тем и лучше, потому что... Значит, выйдет скоро еще какое-нибудь видео на этот канал. На мой канал, да? Кстати, надо записать на второй канал что-нибудь. Вы как бы подписывайтесь, да, вот, вот там подсказки сейчас появились. Подсказка появилась, да, поэтому. Быстро подписались. Буду там, возможно, с подписчиками в будущем записывать какие-нибудь видео. Ну, может быть, даже на этот канал, я не знаю, да, будет. Тот канал просто так иногда будет что-нибудь выходить. Я, кстати, собираюсь скоро что-нибудь туда записать, поэтому... Поэтому, да, ребята, поэтому, да. Да чтоб тебя. Чуть не везет. Да что, ну как, ну, блин. На самом деле я только сел за комп сейчас, и поэтому я вообще все забыл. Все кнопки, все вот это. Еще свет, блин, светит мне тут. Мешает. Вот ты собака, а. Капец. Я еще такой яркий. Мой скин тут. Такой яркий, вот, видите. Мне кажется, что он прям яркий, реально. При этом свете, да. Ой-ой. Ну,
Бляха, это было тупо, на самом деле. Почему, кстати, блок коричневый? Это глина такая, да? Хорошо. Сама карта, она такая однотипная, то есть она уже немножко поднадоела мне, и я поэтому решил записать уже этот видеоролик. Последнюю часть быстрее запилить, потому что, ну, я, ребят, устал. Здесь еще особо, ну, на этой карте особо даже интересных моментов нету, вроде как. Особо монтажа даже. Кстати, в последнее время, как видите, получается, это уже пятый ролик будет, когда я не записываю мини-игры. Это на самом деле очень круто, потому что, ну, почему круто? Потому что я, потому что меня смотрят даже, когда я мини-игры не записываю, хотя я думал, то, что мои подписчики только мини-игры смотрят. Оказалось, что не так. Например, Bed Wars, когда я выпускал месяц назад, там много просмотров набрал, но выживание больше набирает, это во-первых. Во-вторых, ну как-то, я не знаю, как-то и лайков больше, и комментариев больше под выживанием. Вот прошлый ролик, который сейчас выходил, ну, наверное, неделю назад выходил, для вашего времени, когда он выйдет, этот ролик мой, вот этот. Да, я его выпущу, наверное, дня через 3, через 2, поэтому... Да чтоб тебя, я реально, вот, понимаете, немножко неудобно, потому что мне тут солнце немножко мешает, и... Это, конечно... Неприятно, немножко неудобно, да. Мое отражение видно. Да, как-то так. Окей. Спавпоинт. Правда, какой смысл? Это, конечно, грустно, то, что мне не получается быстро паркурить. Да. В принципе. Ну, блин, я, короче, сейчас вообще уставший, я даже не ел еще. Поэтому записываю просто очень быстро сейчас. Я просто хочу записать ролик на заранее, да, чтобы был, чтобы потом еще один записать, и вообще все тип-топ было. Я, по-моему, уже говорил, то, что я записывал 29 мая его. Кстати, если мне этот ролик не понравится, я уже записывать не буду. Ну, может быть, я другой запишу, не знаю. А может быть, через пару дней вот этот запишу. Ну, на этой карте, не знаю. Да боже мой, ну я, наверное, бесит меня уже, ну я, наверное, задолбал. Да задолбал с каждого блока падать, ну почему я... Тупо паркую-то. Блин, я бы сломал. Ну ладно, извините, я не буду так делать. Я честный человек. Честный игрок. Тем более еще на запись снимаю, поэтому да, нафиг. Да. Поэтому. Поэтому да. Не три подписчика у меня, поэтому. Поэтому я так делать не буду. Да даже если было бы и три. Я вообще вот просто навсегда зачем проходить карту, если ты читаешь. Это можно как-то там по приколу сделать когда-нибудь? Если с другом кинуть. Может быть, было бы весело. Ну, эта карта уже просто на все популярности. Она у меня и не имела популярности никакой. То есть, первая часть тоже не особо там была. Вторая тоже вот не особо вам понравилась. То есть, вы особо не смотрите прохождение этой карты. Потому что, ну, видно то, что карта сама такая себе. То есть... да, первые 3-4 уровня было бы, может быть, интересно там смотреть, а сейчас уже как-то, ну, не очень, потому что видео по 25 минут получается, даже больше бывает там, ну, там 29-26 минут было, ну, так, по 25 минут можно округлить, да и неправильно, но округлю все-таки. Да чтоб тебя! Я не могу просто, понимаете, я не могу самое легкое прыгнуть. Я пока, блин, тут разговариваю, у меня такая вот хрень происходит, то есть не могу и все. Так. Да чтоб тебя! Ой, короче, нафиг идите. Да-да, не удивляйтесь. Просто как это работает, объясните мне. О! Оп. Сейчас я, кстати, упасть мог. Хм. В принципе, думаю, вы не удивлены бы были бы. Да и я тоже. Так. Короче, ничего не видели, да, так и все было. Я тут и был, да, я тут стоял всегда, да. Короче, забить все. Настроение плохое. Делать разучился. Да тут даже не в этом дело, здесь дело в том, что я просто на все. Сейчас пришел и сел только и вообще непривычно, потому что. Ну, я не знаю, как это объяснить правильно. О! Последний уровень. Хорошо. Спавпоинт на всякий случай. Поставим. Да.
И начнем. Это последний авиатор уровень, самый черный, самый адский, потому что я ни хрена в нем не вижу. На, серьезно, ты не верил. Сейчас экран, сейчас голову, короче, поближе сделал. Теперь чуть получше, но все равно не очень, да. Так. Да, черный уровень как-то не очень. Но это тоже самый обычный уровень, хотя последний уровень могли самый сложный сделать, честное слово. Так, спавпоинт. Да что? Короче, ребята, я хочу уже добрать эту гребную карту, ребята, все. Думаю, вы тоже это хотите, поэтому... Ой, чтоб тебя. Все, так. О, капец. Вот сейчас я допройду эту карту, и ребята уже буду выпускать дропперы, как раньше было. Снова популярным стану. Окей, в принципе, опа. Уже полгода, в принципе, не записывал их, кстати, дропперы. Я знаю, то, что они вам нравятся. 14 лайков это, ребята. Даже 15, по-моему, было. Это, конечно, немало, ребята, это очень много. Ух, нихрена. Себе-то. Это было жестко. Так. Ребят, в принципе, вот такая вот карта была. Вот как-то так, да. Спасибо за все вот эти уровни разработчику. Ой. О, да неужели мы прошли это? Кстати, в первом видео я не показывал это лобби. В первой части. Мы допрошли спустя 3 серии. Тут есть еще какие-то карты. Ух, ни хрена себе, это куда мы? В Магадан поедем, что ли? Это куда нас? Что-то лагать тут стало. О! Тут есть еще такой пакух, но он, ребята, очень бессмысленный, потому что там ничего нету дальше. Правду говорю. В принципе, ребята, спасибо за просмотр. Блин, извините, то, что сейчас лагает жестко. О, сейчас чуть лучше стало. Короче, всем спасибо за просмотр, Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал. А, нет, кнопка все-таки есть. Я ее не заметил. Ставьте лайки, подписывайтесь, там все дела. Всем спасибо, пока-пока и... Собака. Да это возможно, ребят, это возможно. Ничего не знаю. Да! Всем спасибо, пока-пока, и, ребята, увидимся в следующих видео, в дропперах уже наконец-то, и, в принципе, все будет как-то жестко. Правда, извините, то, что вот получилось как-то не очень такое вот видео, но, в принципе, его, я думаю, никто не посмотрит уже. Ну, посмотрит, конечно, но мало-мало кто. Но я даже лайки платить не буду, потому что видео явно говно получилось. Но это не точно. Или точно. Или динах. Простите меня, ребята, простите. Сейчас будут майские праздники, я буду снимать годноту, короче, полную. Нет, вам не показалось, я не сказал говно, я сказал годнота. Всем спасибо, пока-пока. И, ребята, удачи. Увидимся в следующих роликах. Там всякие, там жопа будет полная. Так, давайте сюда съездим. Вот на все посмотрим. Ну, ребята, все, как-то так. Нихрена себе, да чё ли, залетающая дорога. Кстати, я ее снести хотел, когда пьюшку делал, типа. Ну, как-то сверху хотел пьюшку сделать. Но не стал ее уже делать. Вот, в принципе, вылетал сюда, смотрел, какие тут у меня уровни. Всё такое, вот видите, все уровни, которые мы прошли, ребята. Как-то так. Вот, всякие зелененькие тут были. В прошлом видео, помните, как я мучился. Да. И вот самый первый белый, да. Белый уровень. Там оранжевый, красный, все такое. Фух, ребята, в принципе, вот как-то так. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, оцените видео. Всем спасибо, пока-пока. Увидимся в следующих всяких видео. Все, я уже миллион раз это сказал. Пока-пока и удачи. Пока-пока.